Гортензия самарская Лидия. Долго я ее искала в этом году, где же она у меня есть. Так как саженцы были весной все перепутаны, искала по листьям, по стволам, но никак не могла найти. И вот когда она начала выдавать бутоны и распускать их, я поняла, что вот она, эта красотка. Она у меня посажена была также осенью, но весной была пересажена. Дала 4 побега, которые я сформировала. И на всех у меня, вернее, у нее бутоны. Я думаю, она успеет зацвести. Находится она у меня на южной стороне, но здесь забор, яблони у соседей. И именно в обед, где палящее солнце с юга, она находится у меня в тени. А после 4 немного солнышко вновь появляется на этой стороне. Гортензия чувствует себя замечательно. У нее нет никаких сухих листьев и даже прожилок по краям. Но я знаю, что это именно она. Наверное, ей здесь понравилось. Я думаю, так.